Ну вот, секундомер пошел, и опять Косте вся слава и все развлечения. А мне остается только пытаться развлекать вас, пока вы смотрите это видео на нашем втором канале с принятыми вызовами и с бонусами, которые мы целиком не показываем в наших выпусках. Ну что ж, давайте попробуем прикалываться над Костей, а именно над его манерой закадрового текста. Итак, я погрузился на глубину 10 сантиметров и тут же столкнулся с первой неприятностью. Вода сразу начала меня выталкивать. Как же это сложно. Когда я остался дома, никто меня не выталкивал из квартиры. Но вода, она все-таки иная сущность. Вот. Прошла уже минута, осталось где-то минуту полторы. Вот, потому что у того парня было минут 20. Вот, минут 20. Ой, осталось 1 минута. Так, прошли люди. Итак, сейчас без 15:03. Народу в бассейне мало, но с другой стороны, кто в будний день так идет в рабочее время в бассейне, кроме нас. Вот. О, интересно. А тут водится пираньи? Это сейчас раз, и кости без ноги вылез. Вот это был бы прикол. На самом деле, нам не так важно, выиграем мы или проиграем деньги, нам важно, выиграем мы или проиграем вообще, потому что интерес и, не знаю, престиж выигрыша, он намного дороже, чем престиж. Престиж, не знаю, чем радость от неотданных денег. Нам главное, чтобы мы... Все, осталось 10 секунд. Интересно, справится, не с нас. Ну все, давай, Кость. Давай, давай. Он говорил, что дома продерживался около 3 минут или что-то в этом роде. Так, он уже булькнул, вдруг не всплывет. Да нет, должен всплыть. А то как будем вести программу без него? Это последнее дыхание. Вот я представляю сейчас, что он такой, блин, через сколько времени сейчас? Сейчас я проиграю, я лох буду. И выиграю, я буду крутой. 2:44. Есть. Есть. Чего он радуется, если я скажу, что я не снимал? Есть. Только это самое. Есть. Я не снимал. Да я вижу, что ты снимал. Да? Есть. Как? 2:44. Как это видно?